Я приветствую вас, дорогие друзья, с вами Сайберион. Играем в Star Wars The Old Republic. За Джедай Консулара, конечно, продолжаем проходить нашу сюжетку. Мы сейчас находимся на планете Бальмора. Вот сюда прибыли какие-то игроки. Игрок. Отлично, хрен с этим игроком, мы бежим на наше задание. Так, нам нужно связаться с Зенитом на Бальморе. И нам нужно бежать вот сюда, в командный центр. Так, у нас два непрочитанных письма. Давайте посмотрим, что это такое. Возвращаемся домой. От Паркана Сатарка. Пишет нам, что он возвращается домой. Тара-пара-пара, денежку нам прислал. Окей, спасибо, Парканас. Так, ситхи атакуют планету Диралия. Нифига себе. А, это описывают события того, что было атаковано судно, которое мы защищали в прошлой серии. Ладно, понятно. Все понятно. Бежим. Бежим туда, в командный центр. Так. Вон, кстати, каликоиды. О, сгорел засранец. Вон, видели? Разумные насекомые. Вон они. Стоят, заразы. Так, ладно. Так, что это у нас? Лор Обджект. Отношения республики с планетой Бальмора. Так, хорошо, идем внутрь. И свяжемся с Зенитом, что он нам там скажет. Я слышал, что две перспективы выровнялись. Зенит разговаривает только с глазу на глаз, так как Империя всегда смотрит. На территории расположены релики, которые необходимо активировать. И как только они будут активированы, это заглушит все возможные сигналы, и Зенит свяжется с тобой. Да, как-то так. Ну ладно. Так, а куда нужно? А, активировать их здесь. Хорошо. Так, давайте-ка, наверное, отправим наших ребят на миссию. Так, что-то я не понял, а где? Он не активен. Черт, его ж кто-то активировал, что ли? Блин, ладно, поедем к другому. Это они каликоиды стоят. Блин, быстрые гады. Фу, оторвался, кажись. О! Черт. Блин. Так, вон там кто-то воюет. Из игроков.
Так, нужно активировать эти скрэмблеры, блин, а то сейчас опять он до них добежит, будет неактивен. Вот если вот в эту лабораторию спуститься, вот здесь вход, лаборатория в пещерах расположена. Там будет находиться королева, кстати, каликоидов. Вот, есть еще секрет. Там можно найти холокрон. Там будет тайный разлом, проход, который даже на карте не отмечен. Вы что? Вы что творите-то? Отлично, отличненько. Нам помогли немножко. И по этому проходу можно будет пройти, соответственно, в необозначенную область, выйти в локацию и использовать холокрон, повысить себе характеристики. Я не помню точно, по-моему, на willpower этот холокрон. Ой, нет, не на willpower, на endurance. Кажется, на endurance. Но утверждать точно не буду. Блин, 200 требует биоанализ, не собрать этих ребят. Качаться нужно 187, ну быстренько прокачаемся. Так, и последняя штучка осталась, активировать ее нужно. Активировалась, но придется с этими заразами сразиться. Все, дело в шляпе. Зенит говорит, что ты хочешь? Меня послал Тай. И тогда что он хочет? Мы пришли помочь тебе. Мы хотим освободить людей Балморы. Тай Кордон готов восстановить правительство. Навряд ли. Старое правительство в ссылке. Империя очень сильна. Ну, Тай Кордон был очень талантливый. Наивный, конечно, но способный человек. Ах, я не знаю, как вам вообще верить. Республика подвела нас, обманула до этого. Помоги мне сначала. После этого мы поговорим. Что ж, я тебе помогу. Я отслеживаю главу имперского завода здесь. Ответственный за производство дроидов. У него очень хорошая охрана, я не могу подобраться к нему близко. Иди на завод, убери охрану с моего пути, и после этого мы поговорим о политике. Ну что ж, хорошо. Торопись, эта миссия очень важна. Холидей, как всегда, шутит. Оборот речи какой-то они использовали. Ну, в общем, как это, типа, скучно в этом смысле имелось в виду. Так, ладно. Летим, нам нужно в другую зону сейчас лететь. Так, куда нам надо? Нам надо вот сюда. You are cleared for the following travel routes. I will exceed your expectations, Master. Ну, как видите, вот это закрытая зона, где лаборатория была. А вот сама планета Бальмора.
Когда-то цвела, а сейчас, видите, усыпана военными объектами, турелями, лазерными установками. Ужас вообще. Так, мы в новой зоне. Так, нам в самый-самый-самый низ надо ехать, обалдеть. Это имперская военная база. Кстати, на этой планете имперцев нету, то есть здесь только республиканцы. Хотя, когда играешь за империю, да, там тоже есть Балморы. Но это сделано так, что есть, допустим, чисто республиканские планеты, которые ты можешь посетить, и там только республика будет, или чисто имперские. Допустим, вот на Корусанте, да, имперцев не найти. Но если какой-то не там классовый квест, который в какую-то локацию тебя приводит. Вот. А, собственно, Балмора является аналогом Корусанта. То есть это специальная планета чисто для квестов за республику. И здесь мы как бы попадаем сюда в районе 34-го левела. А на Империи, на Бальмору попадаешь, если я не ошибаюсь, вообще в самом начале. Там что-то в районе там, 24-го левела. То есть еще за 10 левелов до этого. Кстати, знаете что? Давайте-ка я базу здесь открою сразу, коль мы рядышком едем, чтобы потом нам быстрее перемещаться. Когда играешь за империю, здесь, в общем, имперские войска, это имперская база. Видите, играешь за республику, здесь республиканские. И сюжет сделан таким образом, что империя сейчас ее захватывает, а мы, видите, сделан таким образом, что республика ее сейчас отвоевывает. Как-то так они замутили. Поэтому ни одного имперца мы не встретим, никакого ПВП здесь быть не может в принципе. А вот планеты такие как Татуин, ох, ёлки-палки, Альдеран, ладно, бежим, бежим, Терран, не сражайся. Нам сюда надо. Татуин, Альдеран, там Карелия, что там у нас еще, господи, Хот, высокоуровневая планета Илум. Все эти планеты сделаны таким образом, что там и та сторона присутствует. И поэтому можно всегда встретить игроков другой фракции, ну и замутить PvP. Если играть на PvP-шном сервере, так вообще кайф. Наршадар тоже общая планета. Тарис, кстати, таким же образом сделан, как и Бальмора. То есть есть чисто республиканский Тарис, есть чисто имперский Тарис. Так, куда нам нужно заезжать? Сюда, кажется, да? Есть Акарский дроидный завод. Вот там чувачок какой-то бегает. Давай атакуй дроида. Куда нам нужно? Ох, ёлки-палки, сами все сюда левее нам надо. Окей, тут бегают люди, убили лишних мобов. Нас сражаться не придется. Вот, чувак, спасибо тебе. Я тебе даже помогу немного. Какого хера я в атаке? А, все, все отлично. Джедай-консулар, входим в нашу фазу. Лифт. Раньше, знаете, какой прикол был? Ты когда на лифте едешь, у тебя плащ вот этот, он все время вверх поднимался. То есть был глюк физики. Постоянно, постоянно плащ поднимался вверх. Смешно достаточно выглядело. Сюда, да?
Так, вот он этот зараза, а? Ну что ж ты, Зенит, не мог пробиться через такую хиленькую оборону? Сначала эти террористы, теперь джедай. Разберись с ними, Сэрос. Как прикажете. Get back, Jedi. I'm apprentice to Darth Lacris, vice-president of Balmora, and this man is under my protection. Отойди, джедай. Я ученик Дарта Лахриса, вице-президента Балморы, и этот человек находится под моей защитой. А, он ученик и вице-президент. Обалдеть. Каким правом твой мастер управляет всем этим? Ты не понимаешь. Моя семья всегда жила здесь, смотрела, как республика постоянно вторгается во внутренние дела Балморы. Но Дарт Лахрис приведет нас к победе. Да? Да он приведет к уничтожению вас. Темная сторона может привести только к боли и к страданию. Ты ничего не знаешь о боли, джедай. Пока еще ничего. Ну что ж, хочешь сразиться со мной? Давай сразимся, гадина. Все, пал смертью храбрых. Ну что ты, что ты? Ты заплатишь за это, джедай. Сэрус был особым учеником Дарта Лахриса. Неважно, зачем ты сюда пришел, я никогда не... О, готов. Так, по нам еще стреляют. Какого хера? Джедай, ты в порядке? Выходи, чтобы я видел тебя. Джедай, хорошая работа. Я промазал. Отойди, пожалуйста. Мне нужно, чтобы он был мертв. Нельзя, чтобы он погиб. Не совершишь ты убийство предо мной. Это война. Он враг. Этот человек превратил в рабов население Балморы. Он должен умереть. Да, но он стоит гораздо больше живых. Jedi foolishness. Okay. I will send men to capture him. I found a safe house where Ty and his colleagues can gather. Да, глупость джедая. Ладно, хорошо. Я прикажу людям своим не убивать его и отдать империи за большой выкуп. Ну дела, ну дела. Как всегда, во что-то мы тут вляпались. Вопрос во что. Так, куда нам сейчас нужно? Возвращаемся в Бактаун. Давайте к Quick Travel. Пропутешествуем. Скажи спасибо, генерал. Ох, не знаю почему, ребят, но нравится мне эта планетка. Весьма нравится. Не знаю почему, но что-то меня в ней привлекает. Конечно, не так сильно, как Татуин, но Татуин я просто кайфую. Татуин и Хот — это вообще самые две любимые планеты. Так. Отличная работа. Два моих коллеги уже вернулись из ссылки. И мы можем работать в безопасности здесь. Еще одна оккупация заменена другой. Но мы оба хотим, чтобы империя ушла, и поэтому наши цели совпадают. Пока что. Мы должны доверять друг другу, Зенит. Well said. And one of the pillars of my plan.
Balmora's strength is in the huge corporations here. Сила Балмора заключается в огромных корпорациях, которые находятся здесь. Деньги, политическое влияние. Пока что империя оставляла корпорации нетронутыми в обмен на то, что они оставляли различного рода пожертвования в виде оружия и кредитов для империи. Да, но корпорации хотят быть свободными, не так ли? And they'll be eager to change that. After you both handled that imperial official. С тех пор, как вы вдвоем разобрались с этим официальным, этим представителем империи, я связался кое с какими людьми. У меня пока не хватает достаточно сил, чтобы построить новое правительство, но есть люди, которые могли бы мне в этом помочь. И в чем заключается план? Директор Фен, глава Троиды, он выступает от имени других компаний. Он хочет с нами встретиться и обсудить кое-какие детали. Есть старое убежище недалеко от города Собрик. Он выбрал это убежище для встречи. Я хочу уговорить его помочь нам. Что ж, я постараюсь быть достойным представителем вашей страны. Его будут сопровождать кое-какие дроиды. В общем, нужно уничтожить этих дроидов быстро, иначе они просто перешлют информацию империи. Окей. Так. Ну что ж, отправляемся в Собрик, я так понимаю. А Собрик у нас находится правее той зоны, которую мы открыли, пока ехали на миссию. Сейчас надо будет, видимо, туда лететь. А Собрик — это город, и, кстати, когда ты за Империю играешь, пролетаешь, да, на Балмору, ты как раз пролетаешь в этот город Собрик, и там база, собственно, имперская находится. А сейчас мы ее увидим как, ну, имперскую базу, то есть врага. Правда, игроков не будет, будут NPC-шки. Так-с, значит, сюда, и Собрик вот примерно здесь расположен. Вот он, Собрик, видите? Нам нужно ухо, куда нам нужно. Хорошо. Это зона Героика. Здесь есть, кстати, квест в виде головоломки. Стоят такие, даже не знаю, как их назвать, энергетические вышки, соединенные проводами. Я активирую одну вышку, гаснет две соединенные с ней. И в итоге задача ваша заключается в том, чтобы все вышки включились. Тогда откроется там тайничок, вот, который можно будет полутать. И загадка, я вам скажу, достаточно непростая. Там нужно заморочиться, чтобы ее решить. Благо, мы это делать не будем. Но я как-то ее решил в свое время. Даже не помню уже как. Было дело. You are fit for duty. Return to your post. Shall we? Так, новая улучшенная билка Force Slow. Force Slow нам особо-то не поможет здесь. Так, что у нас там с лифтами? Вон дальний едет, дальний. Надо успеть. Так, вроде успел. Блин, FPS на Балморе, если честно, вы сейчас не видите, но у меня 25. Это ужасно. Мега неадаптированная, неоптимизированная и неподготовленная планета. Почему потрачено было 200 миллионов долларов, с лишним, по-моему, на эту игру? И извините меня, ни хрена, блин, движок не был подготовлен к этому. Ну, это же ужас какой-то. Честное слово. Кошмар просто.
Вот он, имперский город. Видите, имперские баннеры висят. Так, сейчас мы аккуратненько постараемся прорваться. Черт, может быть, аккуратненько не получится. Вон шаттл имперский полетел. О, нифига себе! Твою мать! Дроид. Сдохни, придурок. Так, еще один дроид. Так, ну вроде прорвались. А куда нам тут нужно было? Вот сюда. Да. Кстати, здесь где-то недалеко должен быть уже город. Или далеко? И, наверное, все-таки далеко, но там дальше. Ладно, пока войдем в это помещение. Оно, в принципе, небольшое, может быть, из него так выбежим. Выбежим к следующему городу. Может, нас вообще в какую-то другую зону зашлет. Так, вот они, дроиды. That's quite enough of that. Так, все, дело в шляпе вроде. Peace of mind is my highest priority. Rest assured, this will be done to perfection. А вот консоль внизу. Деактивировать ее. I see Ty Corden picks his negotiators well. Что же, я смотрю, Ty Corden выбирает своих переговорщиков хорошо. Я должен убрать твое присутствие из памяти дроидов. То есть, видите, к нему была охрана представлена, в то же время надсмотрщики. Директор Фен, Троиды. I've been considering Ty Corden's offer. Директор Фен, Троиды. Я размышляю над предложением Ty Corden. Понимаю риск, который будет меня окружать, если я пойду против Дарта Лахриса. Нам нужно особое предложение от вас. Ну что ж, что вы хотите, чтобы я сделал? The Jedi have sometimes opposed our more unconventional weapons. Your ethics cost us credit. The anguish of the scientist, burdened with petty, I mean, always vigilant against evil. If we support Ty, I want to promise that the Jedi won't interfere with our weapons development. В прошлые времена, когда Республика была на нашей стороне, вы, джедаи, были против того, чтобы мы разрабатывали оружие. Якобы это противоречит нормам мира. Сейчас же, если мы поддержим Тая, я хочу, чтобы вы пообещали, что джедаи не будут препятствовать нашим разработкам вооружения. Да, но мы ведь... Блин, ну я не могу такие вещи решать. Такие вещи должен решать совет джедаев. Но ведь ты говоришь от совета, от имени совета, не так ли? Так, имперские солдаты мониторят этих дроидов. Оставайтесь здесь, я поговорю с ними. Так, я думал, никогда не уйдет. У меня для тебя есть кое-какая информация. Говори. Похоже, у директора Фена есть дочь и жена в Собрике. Мои люди нашли ее. Упомяни это, и Фен согласится сделать все, что ты хочешь. Не трогай его семью. Я справлюсь с этим, не угрожая невинным людям. Невинным? Он сотрудничает с Империей. Ну, ладно, это твое решение. Все, хорошо, я все уладил. Имперцы ничего не подозревают.
Ну что ж, ты можешь обещать, что джедаи не будут препятствовать нашей работе? Давай вернемся к этому обсуждению позже. Как насчет того, что мы пошлем несколько наблюдателей стран джедаев? Так, нам бабло дали за то, что он согласился. Так, значит, когда к нам на планету вторглась Империя, мы спрятали кучу вооружения, секретов, секретных распечаток, планов, денег. Теперь все это ваше и Тая. Что ж, хорошо. Этот пароль поможет тебе проникнуть в терминалы в городе Собрик, и ты сможешь вытащить оттуда всю необходимую тебе информацию. Всю информацию, которую ты добудешь, ты должен доставить в контину «Утонувший Сарлак». Там есть взломщик, который поможет тебе расшифровать все это. Спасибо, джедай. Я должен признать, что идти против Дарта Лахриса это прям интригует. Ну что, нам походу надо в Собрик отправляться, я так понимаю. Да, так и есть, Собрик. Ну что ж, Собрик, так Собрик. Блин, там, конечно, врагов-то прилично. Через них, через всех пробиться. Может быть, попробуем сейчас в объезд максимально. Вот этот дроид, конечно, адовый притягивает, зараза. Так, вроде проскочили. Ой-ой-ой, капитан, капитан, капитан. Так, опа, бум! Сука! Где ты? Твою мать. Этот козел Террена замочил. Седрик, очнись. О, отлично, отлично, пока они на него согрелись. Ух, нифига тут терминалов нужно активировать. Нифига тут. В наглую вторглись в имперский город. Вообще, жесть. Так, Ситх Инфорсер, блин, зараза. Серьезный дядя, походу.
Все, отдохни, Ситх. Скачиваем информацию. Что за подстава? Так, еще три, еще две точки, да? Значит, блин, эти тоже меня сейчас запалят. Туда внутрь проехать. Блин, дроид патрульная. Ждать не будем, похер. Спайки, по-моему, не здесь. Оп, а не получилось. О, прорвался. Так, как сюда зайти? Здесь, видимо. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Так, сегодня такая серия, что-то как-то напряженная. Но поговорить меня особо не тянет. О, кстати, шапочку. Я что-то не обратил внимания. Но лучше ее от Терну одеть вместо шапочки с щитом. Так, она точно такая же, но вместо щита Search. Search повышает уровень цифр, которые будут при крите. То есть вы кританули на 500. Если у вас Search высокий, вы можете критануть и получить 550, например. Что также очень неплохо. Так, потом куда возвращаться надо будет? В контину, да, по-моему? Сюда же. Просто под носом у империи творим дела, какие хотим. Зараза, дроид. Проскочили, нормуль. Так, другие игроки нам дорожку-то расчистили, расчистили, ребятки, молодцы. Ла-ла. Так, ну чё? Чё-то там поют. Ты Бэнкс, мне нужно, чтобы ты взломал и передал кое-какую дату.
Джедай, это очень рискованно. Имперцы повсюду. Даже следят за мной. Но я бы хотел тебе помочь, но Дарт Лакрис обнаружил, насколько быстро я работаю, насколько я талантлив, и теперь я работаю на нее. А, это она. Нифига себе. Не бойся. Помоги мне, и я защищу тебя от нее. Дарт Лакрис has my brain busy processing a data stream right now. If I stop to decrypt this, it's the shock prod. Я брат помочь, но Дарт Лакрис загрузила мой мозг информацией, которую стримит прямо мне в голову, и я ее дешифрую. Если я остановлюсь сейчас, то меня поразит удар. Что ж, техника джедаев поможет. Нас тренируют одновременно в параллели мыслить. Возможно, моя техника поможет тебе. Закрой глаза и слушай. Представь свои мысли, как летящие лучи света в темноте. Вау! Я могу процессировать два стрима одновременно. Мне кажется, я могу обрабатывать два потока данных одновременно. Дай мне свою информацию. There. Decrypted, sent, and Dark Lacris is none the wiser. Все, держи. Все готово. И Дарт Лакрис даже ничего не заметил. Ну, джедай, если ты уже закончил вдохновлять его, может быть, мы пойдем? Так, куда нам нужно? Нам нужно опять в Бактаун. Окей, возвращаемся в Бактаун. Такс. Доставляем информацию Таю, чтобы он мог установить свою власть на этой планете. Блин. Главное, чтобы не был узурпатором. А то поможешь так человеку. Сделаешь все для человека или для людей. А они тебе потом. Ты сошел с ума. Мы главные здесь. Да ладно, я о своем. О наболевшем. We've been receiving the stockpile data. It's better than отлично, мы получаем кучу информации. Кстати, мастер Сио Бакан хотел поговорить с тобой. Да. Я слышал, что ты вел переговоры с корпорацией и позволил нам вести надзор за их оружием. Великолепная работа. Но мне я не уверен, что лишь парочка джедаев-наблюдателей сможет в достаточной мере противостоять ихним разработкам тяжелого вооружения. Да могут. Даже внимание со стороны одного джедая заставит их подумать дважды. Ну что ж, здравая мысль. С поддержкой корпорации мы готовы начать осаду. Говорят, что текущий президент Галтра очень болен, и Дарт Лакрис действует от его имени. Нам нужно найти президента. Мне нужно, чтобы президент официально передал полномочия власти мне, публично. Стать президентом будет нелегко. Ну что ж, надо его спасти. Мы знаем, где Дарт Лакрис держит президента, знаем ли? Она прячет его где-то. Только слухи, ничего конкретного. Проблема. Информатор в Собрике доложил нам следующее и записал запись Лохрис. Наш дорогой президент издал специальный указ.
который позволит нам арестовать сотни повстанцев, которые прячутся среди нас. Они будут наказаны за свои преступления, и будущее Балморы будет светлым, как никогда. Дарт Лакрис наслаждается мучениями невинных. Это ловушка, джедай. Она либо убьет заключенных, либо заманит тебя в свои лапы. Для нее это ситуация победы. При любом раскладе. Помоги мне спасти их. Может быть, Дарт Лакрис на самом деле не осознает, насколько много у нас поддержки, сколько много людей. Может быть, если мы атакуем ее, это обескуражит ее. Ну что ж, мы оттянем на себя имперцев, а ты займешься гражданскими. Так? Да. Куда нам идти? Спасибо вам обоим. Мы начнем подготовки, чтобы отправить этих людей в безопасное место. Я знаю, это здание, где они сейчас держат заключенных из сопротивления. Но будь осторожен, джедай. Я не буду рисковать своей жизнью ради тебя. Ну, зараза, а, прикиньте. Прикиньте, говнюк. Так. Что у нас тут? Нужно отправить на задание еще этих ребят. Я просто вопрошу, как я могу тебе лучше, мастер. Я начну эту задачу немедленно. Так, штаны на Willpower нам особо не нужны. Вот левел у нас неплохо повышается, и наша мощь растет. Окей. Так, ну что, нужно отправляться на отпост Гаринт. Так, я понимаю. Опять нужно будет лететь и, возможно, бежать. Блин, эти побегушки. Ладно, сейчас. Посмотрим. Так, ну что, куда нам? Ну, естественно, сюда. А вообще нам по каньону надо, да? Наверх зайти. Угу. Это интересно. То есть мы сюда прилетаем по этой дорожке, мы идем чуть правее, получается. Ну да, возможно. Лифт. Уа-а-а! О, мы выжили. Офигенно. Так, а как же нам сюда залезть? Идти правее? Возможно. Или вон туда дальше, вглубь. Здесь явно республиканская база, там, возможно, лифт будет дальше. Так, Military Workshop дроиды. Так, здесь ничего интересного нет. Amateurish equipment.
военные, блин, дроиды такие серьезные. А, вот лифты здесь. Точно так нужно активировать терминальчик. Не пропуская его. Так, а где лифт? Офигеть! Вот этот едет. Так. Все отлично. Аутпост Гаринт. Прекрасно. 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 Ладно, друзья, на этом закончим нашу сегодняшнюю серию. Продолжим в следующий раз. Планета Балмора. Не знаю, как вам, но что-то в ней есть притягательное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. С вами был Сайбериан. Всем пока.